Всем привет! У микрофона Амортис, а это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Эпоха рыцарей прошла, но тяжеленная броня по-прежнему остается неплохой защитой. Правда, теперь железом защищаются уже не люди, а машины. Сегодня в нашей программе танки. Встречаем World of Tank War. И, конечно, уже по названию видно, что перед нами за игра. Да, совершенно верно, это беспардонно слизанный клон известной игры World of Tanks. Разработали игру ребятки из компании Come2You, которые прямо-таки собаку съели на слизывании с известных франшиз. Но давай не будем столь категоричны. Ведь даже клон может оказаться довольно неплохим продуктом. Начать, наверное, нужно с визуальной составляющей. Графика здесь, в принципе, довольно неплохая. Правда, оценить ее по достоинству мешает загрузка, которая длится примерно миллиард лет. Ну и еще лаги, даже на достаточно новых устройствах. Да и камера любит внезапно сходить с ума и дергаться, как припадочная. Сам танк как-то не вызывает ощущения массивной боевой машины. Наверное, потому что сквозь корпус постоянно торчат текстуры высокой травы, а деревья проходят насквозь. Каюсь, в оригинальный World of Tanks я не играл, но у меня складывается стойкое ощущение, что так быть не должно. Все-таки дерево это дерево, а танк это танк. Кстати, танки здесь не только существуют на ином уровне бытия, что мешает им соприкасаться с объектами, они еще и умеют летать. Правда, летают они на манер гордой птицы-курицы, спинка. Иными словами, при попадании снаряда танк подкидывает так, как будто он картонная коробка. Ну и музыка. Обычно я не касаюсь музыки, потому что медведь, стоящий у меня на ухе, как бы намекает на дикую некомпетентность в этом вопросе. Но в этот раз обойти этот вопрос стороной просто нельзя. Слушая эту музыку, создается впечатление, что ты не играешь в игру про танки, а смотришь National Geographic, и как раз где-то в это время негры в африканской степи, упоровшись веществами, колотят в барабаны и скачут вокруг костра. Нет, серьезно, это не музыка, это просто рандомный барабанный бой без всякого ритма, который начинает бесить уже секунду. Через 10. А, режимы игры. Есть два стула. Это командный бой и все против всех. В боях ты получаешь внутриигровую валюту, за которую можешь открывать в своем гараже новые танки и апгрейдить старые. Но здесь, я думаю, все понятно и объяснять ничего не надо, поэтому давай к итогам. Ну как тебе сказать, возможно, кому-то эта игра и понравится. Поиграй, если хочешь. А я, кажется, уже наигрался. Если уж взялись слизывать, то хотя бы делали это качественно. Тогда бы фанаты оригинала набежали. А так, мы получили Абибас вместо Адидаса, уж извиняйте. На сегодня это все. Оценивай, комментируй, подписывайся на канал, если понравилось видео. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого.